Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Илья. Сегодня будет довольно необычный видос, в котором я покажу вам пушки из PUBG в реальной жизни. Это уже третья часть подобной рубрики, так на момент выхода первых двух частей, которые, кстати, очень хорошо зашли в свое время, были показаны все оружки в PUBG. А вот сейчас их понадобавляли еще на два выпуска вперед. Я буду показывать вам сначала, как оружие стреляет в PUBG, а затем, как оно же стреляет в реальной жизни. А вы сможете посмотреть, насколько разработчикам удалось перенести его в игру. И да, обойдемся без моих комментариев по ходу ролика, иначе порушится вся атмосфера. Итак, устраивайтесь поудобнее, наливайте самый вкусный чаек, мы начинаем. В этом китайском коллиматорном прицеле марка прицельная формируется, вот она, точка, которую я пристреливал, формируется путем отражения. Тут находится лазер, он проецируется на зеркальце, с зеркальца на переднее стекло. И таким образом мы видим вот эту вот точку, которую нужно пристрелить. А в голографическом прицеле, помимо того, что он стоит под 100 тысяч где-то, в отличие от коллиматорного за 3-4 тысячи, прицельная марка формируется в пространстве, то есть нету никаких отражений. И вот вам пример. С обратной стороны противник вас не увидит, а на коллиматорном прицеле вы будете видны.
All right, here we go. Ну а на этом у меня сегодня все. Такой вот видос по оружкам, надеюсь, вам понравился, был для вас полезным и интересным. И надеюсь, главное, вы узнали для себя что-нибудь новенькое. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь, а с вами был я, Илья, и Киасеникс. Всем удачи, всем пока и до скорых новых встреч.